Всем привет, с вами Сыромятников, и сегодня новый ролик. Я решил начать новую рубрику, будет она называться «Будни деревенщины». Не знаю, сколько будет всего этих роликов, но о чем пойдет речь. Давайте вкратце и начну с самого начала. Я многодетный отец, мы семейка Сыромятниковых. 5 лет мы жили в Краснодарском крае, купили 0,5 гектара земли, пытались там что-то строить. Я построил баню, которая должна была бы стать временным домом для нас, но она стала домом постоянным. В итоге этот дом мы продали и переехали в Мариэл, в отчий дом моей жены. Я уже делал небольшой обзорчик, ссылочка сейчас будет в подсказках, посмотрите, кому интересно, чтобы вы примерно понимали, так сказать, очертания нашего хозяйства. Ну и сегодня, я не знаю, чем этот ролик будет наполнен, я вот просто сейчас занимаюсь строительством нового туалета, потому что старый туалет уже, мягко говоря, не самый такой люкс-класса, не самый комфортный для того, чтобы делать там свои дела. Поэтому я сейчас делаю новый туалет по техзаданию моей тещи. А что будет дальше в этом ролике, я не знаю. Поэтому сейчас буквально пару кадров о том, чем я тут занимаюсь. Ну а что будет дальше, я не знаю, что мне дальше придется делать. И в этом вся прелесть. Вот, старый туалет, я его уже показывал в прошлом ролике. А вот здесь будет новый туалет. Почему строю к стене? Потому что, со слов тещи, здесь все заметает, и зимой здесь огромный такой вот снежный вал, наметы, метели, и она хочет, чтобы туалет был рядом с домом, и вот здесь была бы тоже вот такая вот деревянная неутепленная стена, просто чтобы ты мог выйти, дойти до туалета, сделать свои дела, и как бы, ну, быть довольным и счастливым, радоваться жизни. Поэтому сейчас вот я таким вот макаром креплю к стене бани каркас будущего туалета. Сейчас буду закидывать туда старый шифер. Делаю все из старых досок, из старых каких-то брусков. Распускаю их на более мелкие бруски. Например, вот для каркаса я брал вот такой вот брус 150 на 150. Он уже лежит неизвестно сколько, гниет. Поэтому все идет в ход. Вот такие вот бруски. Такая вот доска необрезная. В общем, все, что есть, идет дело. Как, в принципе, всегда в деревне оно было, есть и будет. Мимо моего склада с инструментом, хочу как раз похвалиться вам тем, что имею. Весь набор для строительства дома. Вот, например, циркулярка. Дальше у меня идет шуруповерт. Ручной инструмент я вход не беру, в расчет не беру вообще, в принципе, имеется в виду там не электрический. Сейчас покажу вам, что у меня под лесенкой хранится. Под лесенкой, потому что в тепле на кухне. На кухне в тепле у меня хранится вот такой вот стратегический запас. Здесь, в принципе, все. Вот это перфоратор. Большая болгарка, маленькая болгарка, дрель, дувчик. Там обогреватель. Миксер для приготовления смесей. Вот эти ящички, там два шуруповерта. Один старый, вот это лобзик, его плохо видно. И вот здесь у меня еще сварочный аппарат. Что это? Это у меня, как его называют-то? Рубанок. Тут еще вот этот синий, это утюжок для сварки труб полипропиленовых, вибратор для бетона, вот этот тут маленький лежит. Вот. Все, вроде бы все. Наум, привет передавай, тебя смотрят люди. Привет, будешь передавать, нет? Ну как хочешь. В старой бане я себе оборудовал склад, мастерскую. Здесь у меня освещение так себе, но я думаю, вам видно. В общем, здесь у меня весь ручной инструмент, потихонечку начинаю развешивать на стены. Всякие пассатижи, отвертки, молотки, все это дело хранится здесь. Вот, помимо этого, вот у меня еще две бензопилы, бензокоса где-то стоит, я уже не помню. Ну, в общем, много-много всякого-всякого нужного, полезного инструмента и мелочей. Все эти инструменты наживались 5 лет, даже больше. Я еще перед увольнением из армии начинал покупать с каждой зарплаты, там где-то купил бензопилу. Вот это, например, циркулярка, тоже с Москвы, ей уже больше 6 лет. Да. Все это было куплено что-то заранее, что-то приобреталось уже в процессе жизни в деревне. Часть инструмента я угробил, я тут на стройке профессионально работал, брал объекты. У меня на этой стройке умерло, там шуруповерт у меня сдох, старая циркулярка, ой, не циркулярка, болгарка сдохла. Что у нас погодка портится, завтра дожди, видать, начинаются, по прогнозу стоят. А у меня вот такая вот история. То есть я закончил каркас, сейчас буду потихоньку утеплять, делаю стульчак, вот уже поставил стоечки. Будет стульчак, останется только все утеплить, зашить USB. Завтра надо будет съездить в село, купить USB, сделать пол, дверь. И в целом туалет готов к эксплуатации. Завтра, я думаю, будет. Не было печали. У нас снежок сегодня выпал. Не успел я туалет доделать. Ой, ну в таком сейчас состоянии у меня.
Там стульчак уже практически закончил, дверь надо ставить, и можно будет уже ходить. Потому что старый туалет у нас грустит, стоит. Вот. Ну, для бани, конечно, погода непривычная. Мы же с югов переехали, поэтому здесь все немножко грустнее, чем там. У меня вон дочь уже лепит снеговика. Ай, красавец! Ай, красавец какой! Ну, чудо, чудо снеговик. Сама слепила такого здорового. Молодец. Между делом купили машину другую для работы, Ладу Гранту. Вот сейчас с Ромкой идем колеса ставить, потому что я купил Гранту на лете. Вот, а чтобы по делам мотаться, взял резину с 11-й. Колеса подходят, все взаимозаменяемое. Так что сейчас ставим колеса обратно. Приходится парковаться сверху огородов. Вообще дом-то вот там у нас, и дорога там, но там вообще не проехать. Поэтому приходится проезжать вот по этой дороге. Это здесь она нормальная, дальше там вообще буераки. Вот здесь вот приходится парковаться. Машина моя на пенечках стоит. Сейчас буду ее обувать обратно на колесики. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match, getting nice to flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire. Вот, помощник растет у меня, молодец. Красава. Затяну я сам, а то у меня усилия побольше. Ладно, сейчас будешь заднее крутить. Сегодня прям хорошая погода. Градусов 6 тепла, наверное. 5-6. Вот вышли с Наумкой погулять. Она у нас собака злая. Вот, Ева бежит. Ева! С нами решила пойти прогуляться. Видите, у нас какая распутица. Дорог просто нет. Наоми, хватит уже говно нюхать. Наоми, пойдем. Сейчас пойдем погуляем, пока бабушки теплицу ставят. У нас вон там на горе лес красивый. Сейчас в этот лес зайдем. Наоми отпустит, отпустим, пусть побегает. Сейчас погуляем, как раз теплицу, может, выгрузят, начнут ее монтировать. Я вам покажу все. Бабушка решила купить теплицу, чтобы весной рассаду там высаживать. Чтобы у нас была рассада к маю. Наоми, ко мне. Наоми. На, скорее. На, на, на. Наоми. На, на скорее вкусняшку. На. Аккуратно бери. Аккуратно. Вот, молодец. Хорошая собака. Иди гуляй скорее. Иди гуляй. Гуляй давай, ага. Да. Бабушка теплицу купила.
3х6 с установкой 20 с чем-то тысяч, не знаю. Прикольно так привезли, поставили. Блин, когда люди делают работу, так бы я бы ее ставил, если без, да, без установки. Но бабушка поняла, что я могу ставить ее долго. Ребята собрали ее за 2 часа, я мог собирать 2 недели. Вот, поэтому очень классно, очень все классно. Дверь, правда, не откроется, потому что пока не прорезали, на зиму оставили ее закрытой дверь. Весной прорежем, чтобы это лишний раз двери не болтало ветром. Что, ну, прикольная штука, да? 18 квадратов тепличка. Супер вообще. Так, а я пока дождя нет, продолжаю делать свой туалет. Сейчас вам покажу. На самом деле туалет я уже закончил. Правда, осталось фурнитуру купить, ручки там, щеколды всякие. Вот так вот он выглядит теперь. Для сельского холодного туалета нормально. А сейчас мне предстоит сделать стеночку здесь, как я и говорил, чтобы можно было зимой выйти и не по снегу, по сугробам идти из двери сюда. А вот здесь будет закрытая стенка. В общем, я уже все рассказывал. Надо сделать, пока не пошел дождь. Дождь, зараза, не дал мне немножко закончить. Но я успел сделать вот такую вот обрешетку. И пленку на нее повесил. Ну ничего, осталось самое легкое. Самое сложное сделано. Каркас, крыша готова. Шифер закинуть, досками зашить стену. И все. Бабушки на тех задания выполнены. Алиса, что ты орешь? Алиса. Да. Иди вон курицу съешь, если голодная. Смотри, какая сочная курица. Что, посмотрим Милку? Милка. Жрешь, только и делаешь, что жрешь. Сопли подбери свои. Вторая половина ноября. У нас зима пришла. Снежок валит. Сейчас на улице уже минус 10, минус 11. Вот утром может быть даже холоднее. Вот, я тут потихонечку занимаюсь своей машиной новой, которую купил. Вчера газ ставил. Сегодня сделал гидрокорректоры. Вот, поменял датчик давления масла. Скоро поеду работать. Привезли окно. Бабушка заказала, купила окно на кухню. У нас кухня продувается, там из окна холодно, так как в доме сейчас дети. Вот то окно сейчас будем менять. Пока снег не выпал и окончательно все не замерзло, надо быстренько это окошечко поменять. Стену я так и не доделал. Вот, туалет разобрал. Видите, вот тут был туалет. Доски с туалета идут на новую стену, но не успеваю, потому что много всяких дел, связанных с машиной, с разъездами, всякими разными. А вот это самое окно, которое я вам показывал. Сейчас надо будет демонтировать старую деревянную раму и ставить сюда вот это вот замечательное новое окошечко. Старое стало новое окошечко. Красота. Только заштукатурить откосы, отливы, откосы, и все будет классно.
Классно? Вот такая получилась первая серия «Будни деревенщины», друзья. Поставьте лайк, если вам понравилось. Обязательно, обязательно. Напишите комментарий, стоит ли продолжать такой формат обо всем и ни о чем. Мне на самом деле понравился такой чисто деревенский влог о том, что происходит, потому что больше-то снимать особо не о чем. Каких-то особых проектов, кроме такси, у меня сейчас нет. Буду таксовать. Он Наоми там стоит, охраняет. Вот, буду таксовать зимой, особо такой работы нет, что там, только дрова попилить, печку потопить в бане, еще что-то поделать, не знаю, снег почистить. Что-нибудь буду снимать. Если будет хорошая от вас реакция, обязательно буду продолжать вот эти будни деревенщины, вести такие маленькие деревенские влоги. На сегодня у меня все. Спасибо за просмотр. Пока!